Так, ну что, ребята, вот как и обещал, прохождение Battlefield 1, я тут немножко уже поиграл в нее, чуть-чуть приноровился к механике игры самой. Думаю, вам должно понравиться. Начнем с самого начала, вот с первой кампании. Тут, конечно, есть один нюанс, кампания за голубя, доставить переписку в штаб, там дико беспонтовое управление, так и не понял, как им управлять, кое-как ее прошел. Но ничего, я думаю, мы с этим разберемся. В принципе, игрушка очень хорошая, мне очень нравится. Я думаю, вы тоже оцените. Если бы они как бы побольше сюжетную кампанию сделали бы, мне кажется, было бы вообще великолепно. Но она такая минимальная, в принципе. Есть и свои недостатки такие, знаете, небольшие, в общем, но не очень серьезные. Я думаю, что на процесс игры это никак не повлияет. Вот мы начинаем первую сюжетную кампанию. За... Сейчас нам покажут, за кого мы будем играть. Графика, в принципе, хорошая, мне очень нравится. Не знаю, мой комп, может, немножко не вытягивает ее, но... Вроде бы нормально. Такие вот пролаги иногда бывают, не знаю, от чего. Все настройки стоят нормальные. Сэр? Даунса. Пойдем, все веселье пропустишь. За Эдвардса какого-то мы будем играть. Может быть, скорее всего, из-за того, что пишу, она лагает вот так. Я готов послужить королю и отечеству. Ага. Сынок, сможешь включать переднюю и заднюю? Пока еще. Достаточно. Вот эти возьми. Пойдем, встретишься с Большой Бесс. Женщина твоей мечты. В принципе, игрушка неплохая. Мне понравилась. Не знаю, как кому. Можно так поугарать немножко. Я нам нового мехвода нашел. Первая кампания называется «Сквозь грязь и кровь». Будем пробираться, как говорится, сквозь грязь и кровь. Думаю, все у нас получится. Сейчас залезем вот в этот охеренно здоровенный танк. Вот этим голубем надо тут управлять. Не ругайся. Я вам говорю, это вообще жесть какая-то. Она не любит, когда ругается. Финч, Эдвардс, ты раньше этого не делал? Чего не делал? Не отвлекайся, Макманус. Слушай, ты не волнуйся, она за тобой присмотрит. В принципе, очень много эпизодов, где сюжетная линия вот так показывается. Нам приказано. Мне немного не нравится, мне больше нравится участвовать. Это гуще событий, там рубиться, стреляться. Финч. После этого мы выдвигаемся во французский город Камбре, где, как меня заверили, есть вино, женщины и песни. Так что вам понравится. Макманус, вряд ли. Первая кампания у нас идет на танке. Мы будем идти ехать. Господи, мы на танке уничтожать, там прикрывать, да? Пехоту, Макманус. Вот это все остальное. Парни, запомните. Не знаю, почему она вот так периодически прогружается. Друг вроде игра полностью большая установлена, но она очень большая. 86 гигабайт весь. Да, Эдвардс? Конечно. Тогда полный вперед! Птица перья меняет. Линяет, Макманус. Птицы линяют. Я бы все перья повыдергал у этой. Полегче. Этот голод может тебе жизнь спасти. Он наш единственный способ связи. У тебя все нормально, Эдвард? Да. Начинаю уже разбираться. А чем ты дома занимался? Водил. Машину. Отлично. Так, ребята, извините, мне тут нужно на телефон немного ответить.
Так, ну ладно, поехали. Продолжаем. Дальше немножко отвлекся. Пехота идет по первому свистку, потом идем мы. Вроде бы графика не подлагивает, все нормально. К сожалению, видел. Слушайте, мы собираемся уничтожить орудие у мельницы. Так, насколько я помню. Устройте им, ребята! Насколько я помню, первая это пушка. Второе это... Так, вон там орудие стоит. Сейчас один раз шмальнем, пристреляемся. Недолет. Ладно, погнали. Ну, вроде графика нас не подводит. Первая пушка, второе это у нас пулемет. Твою за ногу. Что тут говорит? Сейчас проверим. Вот он, смотрите. Бах, текстуры падают. Мне это видишь, очень нравится. Смотри, чтобы можно мы так в грязи не застряли. Все разносить. Боже, достаточно четкая графика, взрывы, ямы, смотрите, все сразу же. И взрывы, и ямы. Надо нам только вот не застрять, как говорит нам командир, грязи. Сейчас доберемся до этой долбанной вышки. Так, колючки. Колючку, в принципе, вот это, по-моему, колючка давится, но там есть шипы всякие, по-моему. Я не хочу тут мишени быть, новичок! Так, где у нас там боевое орудие? Ага, вот оно, боевое орудие. Снесли? Не снесли, не снесли. Двигайся! Выведи нас на выстрел с живой наводкой! Уничтожим пулемет. Есть пулемет сверху еще, держи, родной. Вынесли пулемет сверху. И теперь что-то я не пойму, какие из них немцы, по-моему, вот это немцы, да. Надо орудийный расчет нам уничтожить. Для этого мы сейчас проломим стену и просто повыносим оттуда всю эту шантрапу. Вот он, пулемет наш на единичку. Можно вот так пострелять по этой пушке. Ну, в принципе, что тут заморачиваться, зарядим, наверное, стоит понять. Прошел вроде. Вот они, фрицы тут бегают кругами. И тут как какашек. Держи, нужно удерживать позиции. Вот теперь они будут сейчас. Неплохо так они сражаются. Держим позицию. Выносим. Это стоит, по-моему, насколько я знаю, еще и орудие. Надо будет его туда раздолбать здесь. Вот. Дыбить что-то тут. Подонки такие. Вот там есть графа, когда восьмерочка заполняется, значит пулемет перегрелся, ему надо дать остыть немножко. Так, орудий вроде я не вижу. Вот бегут немцы по окопам. Засранцы. Парни, пошли! Продолжай огонь на подавление! Пусть не расслабляются! Продолжаем огонь на подавление. Помогай нашим бойцам! Слышите, да? Ну, не командует командир машины. Фрицы отступают! Фрицы у нас куда-то отступают. Нам надо стоять и подавлять фрицев. Чем мы, в принципе, занимаемся. Есть, вот оно началось. Сейчас я просто раздолбаю отсюда пушки. Есть, вот там пушка, вот там тот. В принципе, механика понятна. Нужно немножко как бы механику снаряда учитывать. Снаряд тяжелый, он иногда идет по навесной. Вот так закидываем по навесной снаряды. Так, вроде тот сняли, пушку сняли. Сейчас, ага, вон там еще один тот. Сейчас мы его, нет, недолет, выше возьмем. Долетит, интересно. Еще выше. По одной планке, по, получается, по принципу снайперского прицела. Да, ну я не знаю, может кто-нибудь из вас знает, стреляли снайперской винтовкой. Нет, все-таки я не добиваю до того дота. Сейчас я посмотрю еще
Где здесь могут стоять скрытые орудия какие-нибудь? Вот тут, мне кажется, что-нибудь может находиться. Вот оно, видите, оно сразу нам ответило. Есть, погнали. Так, оставим пушку, я думаю. Оставим пушку и поехали. Я думаю, давить сейчас нахер всю эту контору гусеницами будем. Так, переходим. Блин, да какая-то здесь дорога прям такая. Что это такое? Это пулемет. Ой, не стой, пулемет. Помогаем нашей пехоте прорваться. Ой-ой-ой-ой, как тяжко. Я залез прям в окоп. Сейчас мы залезем сюда. Нашим нужна поддержка. Вот там как раз бьет пушка откуда-то. По-моему, нам надо встать за здание. Лови. Вот оно есть. Откуда-то бьет пушка. Вон оттуда, откуда-то. Не понимаю откуда, нужно присмотреться. Вот, в принципе, спалил позицию. Вот она. Пушка. Накрыли. Спереди откуда-то пулемет бьет. Граната противотанковая прилетела. Твою за ногу. Прям хорошо, да. Ой-ой-ой, опять граната, опять противотанковая. Оттуда опять бьет орудие. Вот оно где-то в кустах находится. Вот оно подсветилось. Сейчас мы по нему за. Ой-ой-ой, как он больно мне в сандалию. Блин, сейчас прям с пушки в лоб немца убьет. Так, погнали дальше. Кто-то бьет пулемет. Что-то походу. Ну-ка, не добивает. Сейчас я его потушу, урода этого. Опять не добиваю. Ну, верхний дот. Надо пацанов прикрыть. Опять не добил. Ой-ой-ой. Опять по мне, что прямой наводки кто-то долбает здесь. Задание выполнено. Отлично! Но помните, еще не конец! Кто-то опять бьет пушку, не пойму опять откуда. Мы едем в разбор! Расчищаем путь пехоте! Откуда это? Откуда? Ладно, сейчас пройдем, посмотрим. Вон он, расчет стоит. Орудийный у нас. Хорошо, что вертикулью, как он меня заехал просто в тыкву. Ничего, идем дальше. Вонючие фрицы бегут. Так, гранаты пошли. Долбит по мне гранатами. Сзади у нас противотанковая упала. Ну ничего, мы проходим вперед. Иди сюда, паскуда. Где-то там есть орудие. У меня вроде рикошет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно началось. Вот оно началось. Вот он пулемет. Фрицы у нас, говорит, шутки не шутят. Одним орудием меньше. Есть, орудие уничтожено. Второе орудие. Сносим. Ой-ой-ой, как меня рикошетит. Где-то в окне, по-моему, да, там? Кто-то сидит. Ничего себе, он полетел, видите? Просто же скачем. Вот оно, там где-то орудие бьет. Так, нам, да, нам нужно держаться того, чтобы прикрывать нашу пехоту. Со всех сторон что-то летит, что-то взрывается. Вот он, долбит. Ой-ой-ой, иди сюда, родной. Погасил, нет? Ой-ой-ой, так больно, да. Вот оно. Так, едет танк. Надо нам занять позицию, чтобы отойти немножко. Хрен победишь, кто куда стреляет. Кто-то долбит по нам, по всем. Вот он, немецкий танк. Что-то отлетело, что-то взорвалось. Есть. Ой-ой-ой, он прям напрямую на водку вышел. Я не могу ничего там сделать. Надо как-то спрятаться. Да, вот он. По-моему, долбит куда-то вниз. Горит. Есть. Сняли. Ух ты, что говорю, за ногу. Починить. Ладно, мы можем потом починить танк. Сейчас будем с пулемета работать аккуратно.
Добей, говорит, последних. Кого там добить? Зачем добить? Пока не знаю, ну ладно. X починить. Так, где у нас X? Вот он. Чиним машину. Что-то ничего не чинит. А, вот, все, починилось. На 85. Сейчас еще немножко починимся и погнали. Да, поехали! Все вроде нормально. Пулемет включен у нас. Отлично! Давай едем! Куда едем у нас? Перекресток, да, перекресток чего-то там. Ага. Да, мне, наверное, нужно. Куда? Мы заняли позицию. Вроде бы заняли. Наши парни нас не поддерживают. Так, задача выполнена. Мы прошли, но скорее всего здесь будут стоять орудия. Я в принципе не помню. Ой. 32. Вашу за ногу. Да что за... Не вляпайся, Финчи. Эдвард, иди помоги ему. Ё-моё. А, вот сюжетная линия опять началась. Сейчас нам придется чинить машину. Нас, по-моему, сейчас убьют кого? Механа. Насколько я знаю, да, все, вот сейчас его прилепят здесь к земле. Свинцовыми пуговицами пришьют бордюру. Бедолага, конечно, страшно. Да. Если кто-то застал что-нибудь подобное, я, конечно, сочувствую. Просто знаю некоторые такие аспекты. Поэтому все это очень большая задница. Так, нам надо починить машину. Давай, давай, поехали обратно. Все. Эдвард починил машину. Сейчас мы поедем обратно. Так, где-то впереди там била пушка. Так, есть. Вот он. Иди в деревню, Мехмат. Сволочь. Их артиллерия там. Где это? Надо уничтожить расчетом, по-моему, на меня сейчас опять наводится. Ой-ой-ой, да. Наводится на меня, но бьет куда-то. Расчет уничтожен, отлично! Раздолбал эту скотину. Ой-ой-ой, еще один расчет. Ой-ой-ой-ой. Так, вот они, в кустах стоят. Готовы, есть. Сравнял нахрен с землей. Ой-ой-ой. Сам ты идиот, хочется сказать. Ладно, стерпим. Да идите вот сюда, ребята. Просто вот так сейчас буду. Так, ну не ори на меня, пожалуйста. Что же ты сделал? Быстро уничтожь орудие. Граната, готовься. Я уже готов, ребята. В принципе, с рождения готов к себе. Так, зашел на позицию, там впереди, по-моему, были три пушки. Сейчас я поднимусь вот сюда. Ставим пулемет. Какое орудие? А, вон оно, орудие. Ходу, ходу, так. Блин, что за... Орудие подбито! Ходу, ну, я подбил орудие. Ходу, ну давайте дадим ходу. Так, здесь что за хрень вообще? Это что это такое? Это фриц или нет? Да, фрицы, пулемет и дал просто этих сволочей. Бочину чуть не подставил свою, конечно. Конечно, тебе легко сказать, скорее разберись с орудием. Я его даже не вижу. Где оно? Вот, ой-ой-ой, ну да. Прям в бок. Плюс гранаты противотанковые. Дожму, не ори. Так, погнали. Да ё-моё, откуда ж? Я ж его вроде уничтожил. Едем дальше! Ставим второе орудие, погнали. Ну такие вот посредственные, конечно. Немного посредственные задания. Так, первое. Опа, есть. Прямой наводкой нахрен все это. Ой-ой-ой, вышли на прямую наводку. Погнали дальше. Так, смотрим. По-моему, что-то там будет сейчас такое нехорошее. Так, где?
Где-то должна быть по-любому пушка. Вот она. Туда что-то закладывает. Попали мы туда. Там кто-то наводится, по-моему. Чисто по прямой. Есть, уничтожил батарею. Это второе! Продолжаем, парни! Погнали дальше. Орудие! Где орудие? Где орудие, родной? Я же не вижу. Где орудие? Какого ходу? Ну ты паникю. А, вот оно. Вон оно, орудие. Где-то там в кустах оно стоит. Вот видите? Текстуры полностью все разрушаем. Меня это очень радует. Блин, мне прям нравится это. Все разрушается, абсолютно все ломается в этой игре. Можно шандарахнуть куда-нибудь. Упадет дом, упадет здание. Игра сделана красиво в этом плане. Я ставлю жирную пятерку. Так, там есть танк. Так, последний. Да вот он там поджарили. Так, ну и надо, наверное, я думаю, контрольный долбануть туда. Есть жоп танк. Он один там, интересно, был или нет. Так, обойду, наверное, с фланга сейчас. Вот сюда. Это как World of Tanks прям. Еду. Так, есть опять какая-то пушка вот там. Проверим тот на всякий пожар. Надо занять позицию, долбить вот по вспышке, я думаю. Вот оно, орудие. Шарахает откуда-то оттуда. Ладно, пройдем чуть вперед. Ой-ой-ой, как больно там нашим пацанам делают. Как больно там делают наши ребята. Сейчас мы пройдем. Вот где? Я ни черта не вижу. Вот где-то там. Вот оно. Не попал, сейчас будет сводиться, скорее всего, на меня. Лови. Сволочь, есть. Проходим дальше. Здесь пулеметы в окнах, по-моему. Да-да, пулемет в огне. Просто вот так туда снаряд закидываем. Опять, да ты посмотри, лови, патрона, фашист проклятый. Поехали. Ставим пулемет, сейчас будем отрабатывать пехоту долбанную. Так. Вот она, пехота поперла. Ой, полетели противотанковые гранаты. Противотанковые гранаты полетели у нас сразу же. Так, надо занять позицию вот здесь. Ой-ой-ой-ой. Бойцы на деле! Ой-ой-ой, как красиво, бля. Хорошо, зашел просто, давай, мочить буду. Всю эту мерзость немецкую. Я, конечно, не, не, как сказать, не расист, но на войне, я думаю, было именно так, да? Просто хотелось давить, обрубать, уничтожать. Вот оно, просто-напросто уничтожить. Вот он, ты смотри, почти пристрелялся, родной. Да ты считай попал, чё. О, нет. Чуть получше, сейчас сведемся. Должен приплыть, по-моему. Чуть-чуть выше, вот так. В самый раз я его припечатал. Опа, она вот там, по-моему. А, нет, это то же самое или не то же самое? Ну да. Там что-то стоит, целится куда-то. Прям в голову не попал. Так, что это здесь? Это немцы. Граната лежит, да? Пусть лежит, что мы не трогаем. В принципе, задание выполнено. Откуда он бьет? Я же вроде не стою там оружие. Ой-ой-ой, так, я вот уперся в дерево, которое не ломается, потому что можно застрелить. Да. Вы застрелили дерево или нет? Да, мы его застрелили, но оно все равно стоит, с него отпали все ветки. Задавил немца, который пытался нас тут штурмовать. О, тот. Лови.
дружище, есть красивый подрыв. Мне нравится графика в этой игре. Это нечто просто. Так, ставим, где у нас пулемет. Будем утюжить окопы, как это говорится на языке. О, едет танк у нас, который нам надо подбить. Ой, граната. Ну ладно, она ручная, осколочная. Как ты меня достал, а? Ты откуда здесь понабежали-то? Кидают мне гранаты всякие тут. Подонки. Немецкие лови. Просто держи. Ой-ой-ой, что ты будешь делать? Опять граната. Опять они меня бьют. Починим наш танк. Вот сюжетной линии можно чинить танк, в принципе. Так, да откуда же ты стрелял? Я ж тебе сейчас голову с пушки стрельну. Ишак Тарабас. Ой-ой-ой. Ну держи, так. Будет у нас стрелять или что? Ой, давай. Опа-на. Что это? Откуда вы беретесь? Да ты поглянь, где-то работает пушка. А вот он есть. Меня, оказывается, ломили в бочину, а я что-то. Вот. Ну что ты? Долбанный трактор тут стоит этот. Вот теперь они замолчат. Есть, вот теперь они, говорят, замолчат. Так. Подлонки такие, а? Ломятся на танк просто, я не знаю, отчаянные немцы. Раньше я таких не видал, конечно. Так, вот там что-то должно, по-моему, тоже замолчать. Не знаю. Ладно, обойдем. С фланга главное. Ой-ой-ой. Не угодить грязищу. Где? А, вот он. Хорошо, что он плохой наводчик. Нам удалось просто проломить такие. За каким орудием здесь? Пулемет где-то или что? Да, вот там стоит пушка в кустах. Рамсанули вроде. На, поломали немца. Надо расчистить парням. Откуда бьет? Не пойму. А, вон пулемет где-то, да? А, батарея целая стояла. Ничего себе. Вот это да. Вы видели? Это просто нечто. Это, блин, отличнейшая графика. Честно говорю, это прям верх моих мечтаний. Так, сейчас мы зайдем на орудие. Все разрушается, взрывы реалистичные. Пушка у нас просто взлетел. Да блин, ну что ты будешь делать, ребята? Ну с кем вы воюете? Я же родился на войне. Зачистим сейчас все тут нахуй. От немецкой, от любой обороны. Да, здесь что? Сейчас эти подонки начнут, по-моему, кидать в меня гранаты здесь. Да. Вот здесь сейчас будет, по-моему, это дурацкая миссия с голубем. Это просто жесть, я. Так, ладно. Да что у вас? Откуда вы залезли? Да, вот тут сейчас будет этот этап. Это просто нечто, короче. Так, сейчас я починю свой танк. Я постараюсь ее пройти, как бы, но это вообще просто жесть. Погнали дальше. Сейчас мы встанем в грязи его здесь. Да, черт, опять грязь там. Давай газу, вылезай! Газу давай, вылезай. Вроде я куда-то вылез тут, но... По-моему, сейчас я встряну, да, вот тут, короче. Они ждали нас! Помоги! Они ждали нас. Сцепления нет! Оттесняй, парни! Отойдите от Месси! Что, сцепления нет, сэр? Вот оно началось.
Опять сюжетная линия. Я никогда не думал, что мне скажут играть за голубя. Придется сейчас просто быть голубем. Да, вот это самый жуткий момент, конечно же. Я испытывал такое, когда стреляют над ухом. Это жестко. Хорошая сюжетная кампания. Вот если бы они добавили что-нибудь наподобие там, ну, не знаю, там, дырок в теле, еще чего-нибудь там. Блин, я бы, наверное, вообще наслаждался этой игрой. Она и так, в принципе, да, яркая, красочная. Отпускай, голубя! Это приказ, ты понял, сынок? Это приказ, сынок. Сынок, ты меня понял. Все, выпускаем голубя, мы сейчас будем голубем. Это вообще, извиняюсь за выражение, полная жопа. Я опять сейчас буду тупить, троить, потому что у него безумно какая-то... Так, чуть-чуть вверх, по-моему, вот так. Вот, идем. В принципе, правильно. Может, вообще просто отпустить мышку. Чисто на клавиатуре управлять этим долбаным голубем. Нужно проходить по кругам, которые так вот моргают. По-моему, да, я иду в нужном направлении, но что-то не было, ага. Нет, он не реагирует на повороты клавиатуры. И вот у меня вот это начинается. Какое-то дурацкое. Не знаю, как я буду играть на самолете. Но на голубе у меня летать вообще никак не получается. Куда твою за ногу? Я же вроде ничего не трогал. Он что-то опять в асфальт полетел. Ага, все, по-моему, я прошел эту миссию. Ну, вот эти вот пролаги меня прям очень подбешивают. Что это такое? А, все. Попер фильм. Не знаю, почему. Из-за того, что, может быть, я пишу и программа работает. Может, поэтому. В игре вроде тьфу-тьфу-тьфу не лагает, а вот в фильме все остальное оно немножко подлагивает. Так, ну все, начинается другая у нас уже кампания. Сейчас, по-моему, да. Я, по-моему, пойду пешком за танком. Четко сделанная игра, просто... Просто четко, мне нравится. Рад был с вами служить. Все. Всех убили. Темно, ничего не видно. Так, началось, парни. Рад был с вами служить. Ну все, сейчас, по-моему, мы пойдем пешком. Нас выкинут из танка. Чтобы мы... Вот так вам повезло, Таунсенд. Неужели? У нас тут только приказы наугад до слепой удачи. Все, сейчас мы пойдем. Вроде вторая миссия. Вторая миссия вроде начинается у нас сейчас. Слушай, сэр. Да, вот с фильмами у меня какая-то проблема, не знаю почему. С самого начала с установки игры, может, у меня что-то система не вытягивает или еще что-то. Ну не надо, не надо, не надо, ну уже, Бэт. Ну перестань, Бэт, перестань, ну перестань, 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 Бэт, ну. Перестала. Так и будешь стоять! У нас какой-то нервный нервный пассажир в танке тоже завелся. Все, выехали мы на своем танке. Сейчас поедем дальше. Впереди туман. Дальше 20 ярдов не видно. Идем на прорыв. Эдвардс, я поведу.
Ты выходи и разведай, что дальше. Ну да, самое легкое же, конечно. Делай дело и все. Я поведу, а ты выходи, и все будет нормально у тебя. Так, по-моему, да, F у нас рукопашный бой. Можно подходить, рубануть кого-нибудь лопатой. Не будем на тот свет торопиться, все, а, Эдвард? Все, сейчас мы попрем. Если попадешь в беду, мы будем за тобой. Ладно, ладно, я вас понял. Если я попаду в беду, вы будете прямо за мной. Так, где-то я в тот раз пролазил. Так, сидеть у нас вот эта кнопочка, да. Лежать там немножко по-другому. Так. Не пойму, куда я вылез. Я просто, может, немножко забыл. Так, ага, вот тут была тропинка, да, вот в сторону мы уходим здесь. Боже, здесь, по-моему, будет засада где-то. Опа. Эдвард, да. Разведай, что там дальше. Конечно, я разведаю. Придется разобраться. Погнали. Так. Вот они, немцы у нас. Ходит на свисту. Ой-ой-ой. Так, подходим. Где он? Где он? Где он? Так. А, гранат. Да я ж тоже могу. А, нет, у меня нет гранат. Так, обойти отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Так больно мне прилетело. Там пулемет, скорее всего, стоит. Жестко так, ага. Надо было мне как-то с другой стороны все это дерьмо обойти. Не получилось. Немного. Так, есть перезаряд. Я снес пулемет, по-моему. Так, там была дорога еще вроде вот куда-то сюда. Здесь орудие стоит, да? Стоит орудие или нет? Да, стоит орудие, они его уничтожили. Ой-ой-ой. Как нехорошо-то. Пойдем сейчас починим. По-моему, три, Эдвард! Да. Вот ты где, парень! Ты что делаешь, дурень? Ушами хлопаешь, пока они по танку палят! Это те самые фрицы, с которыми ты должен был разобраться! Да-да-да, я тебя Давай понял. Назад. Так, здесь я это что? Где взять окопная палец, ага. Оружие открываем. Ящик, у нас тут граната. Взяли мы гранату. Да пошел ты, задрал уже орать на меня, если честно, этот чувак. Так, это, ага. Во, четкий ствол. Я знаю, мы много выходи, просим, проведи. Но работа есть работа. Найди, да я тебя понял, все, хорошо, сейчас я вам найду все, что нужно. Главное мне бы тут что-нибудь найти. Так, какие-то елки, кусты. Не помню, хоть убейте, как я пролазил в тот раз. Эдвард, да. Давай шевелись! Здесь где-то должно быть. Угу. Обход, а откуда обход, хрен его знает. Ладно, сейчас пойдем здесь тогда. Не ори на меня, слышишь? Ты орешь на меня, подонок. Берет и орет на меня постоянно, понимаете? Я тут, можно сказать, кишки себе рву. Ну не задавитишь меня только, ё-моё, на тракторе на своем вездеходном. Так, опять я куда-то вылез, опять какие-то кусты, дебри залез. Надо кого-нибудь шандарахнуть лопатой по башке, я думаю, хотя бы разок. О, так, вылез. Угу, присядем и пойдем посмотрим, что здесь. Да, здесь, по-моему, 1-2 человека будет. Мне нужно потихаря, по-моему, тут обойти все это. Но они постоянно занимают такое расположение. Я пытаюсь обойти, и получается так, что никого я не обхожу. Ага, вот он поговорил. Они поговорили.
Я сейчас врежу ему лопатой по башке. Убил обоих, что ли? Ага, вот там. Ой-ой-ой. Так, не ту кнопку нажал. Нажал ускорение, мать твою, за ногу. Не надо нам ускоряться. Ага, вот там кто-то сейчас к нам пойдет, наверное, да? Он моргает, но ничего пока не понимает. Там, скорее всего, может, какое-нибудь оружие. Так, вот здесь оружие. Открываем ящик. Да, здесь лежит у нас... Что это? Это у нас автомат, по-моему. Да. Такой нормальный автоматик. А здесь что? И тут что-то лежит тоже. Так, R. О, это второй пистолет. А, пистолет с глушителем даже. Ничего себе. Ну, можно попробовать. Хотя... Блин, ну... Как-то я из окопов тыкву ему садил, но у меня всего 9 патронов на этот пистолет. Я думаю, что мне не стоит с ним идти. Так, откуда он тут? Что-то тут заподозрил, идет или что он делает? Он двигается? Да, по-моему, он двигается ко мне или от меня. Не пойму, да, он по тропинке сюда идет. Опа. Услышал мои шаги, да? Сейчас подойдет сюда. Мы ему в лицо выстрелим. Есть. Хорошее оружие, но... Так, здесь что? Винтовка. Дальше что? Нет, так нельзя идти с двумя пистолетами. Лучше я возьму какой-нибудь автомат еще с собой. Пистолет, конечно, хороший, но боеприпасов мало на него. Были бы боеприпасы, еще можно было бы. Так, там что? Что я взял? Я ничего не взял. Так, R. Мы возьмем автомат, и да, уже с автоматом. Боеприпасов у нас побольше теперь. Погнали, какой-то он странный этот автомат. Поперли дальше. Что здесь? А здесь у нас? Хрен поймешь, что. Я почему-то ничего не вижу тут. Ну ладно. Здесь что у нас? Что у нас? Что у нас? Аккуратно. Так, аккуратно. Какие-то развалины. По-любому здесь где-то немцы есть. Это к бабке не ходи. А тут по-любому есть немцы. Так. Попробуем обойти все это дело. Так, на радаре подсвечивается какое-то туловище, по-моему. Оно там что-то шепчет. Ага, вот там наверху какая-то хрень. Это, скорее всего, орудие, наверное, да? Да что это? Так, наверху или где оно? Что-то не пойму, ни черта. Кто-то орёт. О. Опа. Ой-ой-ой-ой. Отходим. Жестокий бой примем. Ну-ка, 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 иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Блюдо. Ой-ой-ой. Что-то кто-то... Ой-ой-ой. Есть, не жалею патронов. Как в американских боевиках, видели, да, когда уже в мертвого типа там высаживают хреновую кучу боеприпасов. Также я буду действовать. Ой-ой-ой, что прилетело? Это мне показалось, да, что это была граната? Или не показалось? Как
какая-то хрень там. А. Я его не вижу. Так, что-то слишком много потратил боеприпасов на это дерьмо. Где ты? Отвлек на себя. Отвлек на себя пушку. Все, я на нуле. Нужно пополнить нам боезапас. Пойдемте. Так, ну я думаю, я дойду до какой-нибудь контрольной точки. И на этом на сегодня мы с вами закончим знакомство с этой игрой, потому что, мне кажется, видео получится очень тяжелым. И мы не сможем. Так, взял 100 патронов. Ящик открываем. Угу. Эй, давай сюда! Вместо пистолета я возьму. Ой, это что? Ничего себе, это вообще такое нормальное такое что-то. Я рад, что ты за нас. Мне по барабану, что ты мне скажешь. Бесс изрядно досталось. Бери инструменты, помоги, чем можешь. Я тебе чё, блин? Отлично! Приходится еще осторожно, парень! Танк чинить постоянно. Разберетесь вы, конечно, я вас знаю. Как вы разберетесь тут. Так, куда они поехали? Я туда пошел или не туда? Хорошо, сейчас проведем мы вас. Сейчас мы вас проведем. Механика игры довольно простая, в принципе. Кто играл Call of Duty, Battlefield, я думаю, вы освоите все это очень быстро. По прохождению сюжетной линии мы с вами начнем потихоньку врубаться в королевские битвы. Там тоже очень, как бы, богатая палитра. Все очень живенько. Я пару раз заходил уже, пробовал, в принципе, поиграть. Так, вот там наверху пулемет. Да, нам надо как-то это все обойти. Жалко, что здесь нельзя, как в Sniper Elite, подсвечивать себе цель. Сейчас я рубану его в голову лопатой. Завалили типа лопатой. Так, теперь вон того, я думаю, надо. И вон там по окопу один, по-моему, будет еще лазить. Лицом ко мне, да. Лицом ко мне. Патрулья, патрулья, патрулья. Он будет проходить, нет? Так, блин, да что ж будешь делать-то? Ладно. Meine Füße sind eiskalt! Так, здесь... Ой-ой-ой-ой, там пушка наверху. Там наверху пушка, которая лупит по нам, да, пушка? Ой-ой-ой, ни хрена ж себе. Со всех сторон пытается меня убить. Кто-то что-то орёт. Извини, извини, дружище. Ой-ой-ой, граната. Ух, мать твою, за ногу. Попахни сейчас. Живой, живой. Живой ушел от гранаты. Надо было использовать, конечно, ускорение. Он что, живой остался? Не, он сдох. В принципе. Где там эта долбаная пушка? Я не вижу, откуда она шарахает. Вон. Есть. По-моему, прошли мы это место. Вот такая вот игрушка, ребята, я всем советую, качайте, будем проходить, сейчас пройдем сюжетку с вами, немного отдохнем от доты, и потом уже будем что-нибудь другое проходить. В принципе, пишите,
заявках, в комментариях, какую бы игру вы хотели видеть на моем канале, я с радостью скачаю. Мы с вами поиграем. Поиграем, повеселимся. Так, чинить технику. Ладно, на этом я остановлюсь. Так, здесь можно сохраняться или нет? Сейчас мы посмотрим. Контрольные точки. Так, ладно. Все, ребят, всего хорошего, всего доброго. На этом мы остановимся. Пишите комментарии, понравилось, не понравилось вам эта игра, мое исполнение этой игры. Ну и всего хорошего.